Всем привет! Меня зовут Наталья Иванюк. Уже более 10 лет я работаю врачом-кардиологом в Институте сердца в городе Киеве. Что влияет на здоровье сердца? На здоровье сердца влияет абсолютно все. Наш образ жизни, сколько времени мы спим, что мы едим, в каком настроении мы перебываем, существует ли в нашей жизни стресс, а он у всех существует. Конечно же, наличие хронических заболеваний также влияет на хорошую работу сердца. В якому разе сердце называют слабким, а какие ознаки порушення у его работе? Сердце – это главный мотор нашего организма и одна из самых важных его функций – насосная функция. Простыми словами, сердце перекачивает кровь по всему нашему организму, делает выброс определенного объема крови в самый главный сосуд – аорту, и она уже доставляет насыщенную кислородом и питательными веществами кровь до каждой клеточки нашего организма. Слабым сердцем мы называем сердце, которое не справляется с этой главной насосной функцией. Это значит, что сердце не может полноценно сократиться и выбросить этот необходимый объем крови. Это может быть по ряду многих причин. У пациента могут быть такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, врожденные или приобретенные пороки, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность. Все эти заболевания провоцируют ухудшение насосной функции сердца и его сократительную способность. Как болит сердце, и какие симптомы указывают на наявность захворювань? Большинство пациентов, которые приходят на прием к кардиологу, жалуются на сердечную боль. Многие думают, что если болит в грудной клетке, то это обязательно сердце. Я развею этот миф. Как правило, боль в грудной клетке никакого отношения к больному сердцу не имеет. Если действительно у пациента мы диагностируем сердечно-сосудистые заболевания, любые, то эти пациенты жалуются на одышку при физической нагрузке, порой даже и в покое они задыхаются. Головные боли, головокружение, даже вплоть до потери сознания. Скачки давления от высоких цифр до падения. Это чувство перебоев сердца, мы называем это аритмией, колебания пульса. И, как правило, пациенты отмечают быструю утомляемость, быструю слабость. Как отличить невралгию от боли у сердца? Отличить невралгию от боли в сердце очень просто. Нужно обратиться на консультацию к неврологу и к кардиологу. Только врач на 100% сможет ответить на этот вопрос. Если вы ощущаете боль в грудной клетке и она имеет колющий характер, скорее всего, это невралгия. Более того, пациенты отмечают, что когда они начинают заниматься спортом либо активно двигаются, эта боль у них проходит. Сердечная боль не проходит на физическую нагрузку, более того, она усиливается. Пациенты ощущают давящую боль за грудиной, жжение. Некоторые даже описывают это, как будто бы им плиту положили на грудь, и им настолько дискомфортно, что они не могут вдохнуть полной грудью и ощущают сильную боль. Сердечная боль проходит только после приема нитроглицерина, чего не скажешь о невралгии. Как відчувається перединфарктний стан и как распознать сердечный напад? Инфаркт – это жизнеугрожающее заболевание, когда коронарные артерии, это сосуды, которые питают сердце, по ряду причин сжимаются или перекрываются холестериновыми бляшками, и случается непоправимое – омертвение сердечной мышцы. Так вот, прединфарктное состояние – это за 5 минут, за полчаса до инфаркта. Что чувствует пациент? Он будет чувствовать давящую, сжимающую боль за грудиной. Порой это не классическая симптоматика, а у пациента может болеть нижняя челюсть, ему может болеть левая рука, отдавать под лопатку, иногда даже болит в эпигастрии. И пациенты часто путают сердечную боль с болью в желудке или поджелудочной железе, расценивают это как обострение язвы или каких-либо хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Если вы ощущаете подобные симптомы, не нужно ждать, гадать, пить креон либо какие-то другие медикаменты, которые есть у вас в аптечке.
нужно вызвать скорую помощь. Що найбільш згубно впливає на роботу серця? Найбільше пагубно на роботу серця впливає все те, що ми з вами любимо. Це вкусна, неполезна їжа, фастфуд, газовані сладкі напитки, тортики, булочки, жареная картошечка с подчеревкой. Это соленье, соленые огурчики, капусточка, потому что там очень много соли. Это курение, алкоголь. Мы очень много стрессуем. Мы каждый день стрессуем. Это острый или хронический стресс. Мы порой даже не отдаем себе отчет, что большую часть дня мы перебываем в стрессе. Негативное влияние также оказывает лишний вес. Мы, опять же, недооцениваем наш вес. Многим кажется, что все в порядке, мы нравимся себе в отражении в зеркале, но даже пару лишних килограммов за собой влекут очень много заболеваний. Это метаболический синдром, сахарный диабет, которые, в свою очередь, приводят к плохой работе сердца. Если у вас есть хронические заболевания, такие как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, сахарный диабет, они очень сильно влияют на работу сердца. Вы можете об этом просто не знать, кушать то, что вы любите, при этом иметь высокий холестерин, высокий показатель сахара в крови, которые за много лет закупоривают ваши сосуды, создают воспалительный процесс стенки артерии, что влечет за собой инфаркты, инсульты и непоправимые осложнения для вашего организма. Як харчування та вживання цукру впливає на роботу серця? Ми всі знаємо, що сахар – це зло. Ми всі його дуже любимо і кушаємо кожен день, постійно, навіть не замічаємо, скільки сахара ми з'їдаємо. Тому що во всі продукти готові, які ми покупаємо в супермаркеті, вже додають сахар. Так от, цей сахар, який ми так любимо, дуже сильно нам вредить. Во-первых, це швидкий углевод, з допомогою якого ми швидко набираємо вес, и вследствие чего человек набирает вес, он полнеет. Набор веса влечет за собой развитие метаболического синдрома. Отложение висцерального жира – это жир, который откладывается на внутренних органах. Действительно опасен висцеральный жир, который окружает ваши внутренние органы и не дает им полноценно работать. Основной вред, который вызывает чрезмерное употребление сахара – это воспалительный процесс артерий, артерий сердца, артерий рук, ног, головного мозга. Когда воспалена артерия, к ней быстрее присоединится холестерин, со временем его будет больше, 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 и он просто закупорит эту артерию. Поэтому, пожалуйста, не кушайте много сахара. Яким має бути харчування людини із порушенням роботи серця? Если у пациента есть определенные заболевания, то количество продуктов, которые ему вредят, просто нужно уменьшить. Если ко мне обратился пациент с ишемической болезнью сердца, основная причина этого заболевания – это высокий холестерин, то я советую ограничить употребление продуктов, богатых на плохой холестерин. Если это пациент с сахарным диабетом, мы ограничиваем употребление углеводов. Если это пациент с гипертонической болезнью, то, конечно же, нужно очень внимательно следить, какое количество соли вы кушаете, потому что соль задерживает жидкость в организме и провоцирует артериальную гипертензию. Що робити, щоб серце було здоровим? Чи є якісь вправи? Здоровое сердце любит движение. Регулярное, постоянное движение. Больше всего сердце любит кардионагрузку. Да, многим это кажется скучно, потому что кардионагрузка – это ходьба. Это бег трусцой, скандинавская ходьба, плавание, занятие пилатесом, йогой, гимнастикой, либо просто активная зарядка. Но в кардионагрузке есть одна особенность. Ею нужно заниматься регулярно, это 7 раз в неделю, это значит каждый день. И продолжительность этой нагрузки должна составлять хотя бы 40 минут. Чи потрібно здоровим людям перевіряти серце? А як часто? Проверять сердце нужно всем. Я рекомендую начинать с 30 лет. Если вы здоровы, у вас нет факторов риска, таких как наследственность, симптомы, которые указывают на наличие гипертонии,
сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца. Тогда первый раз посетить кардиолога нужно в 30 лет. Есть определенный перечень диагностики, которая поможет выявить у вас сердечно-сосудистые заболевания. Либо же наоборот, ответить на вопрос положительно и убедиться в том, что с вашим сердцем все в порядке. Если этот золотой возраст вы пропустили, и вам уже немножко больше 30, то вам обязательно нужно показаться на консультацию к кардиологу. Если вы обратились к кардиологу первый раз, то, как правило, вам предложат пройти кардиочекап. В кардиочекап входит проведение электрокардиограммы, УЗИ сердца и обязательно в конце консультации кардиолога. Еще доктор может назначить вам перечень анализов. Как правило, в них входит липидограмма. Это липидный спектр крови, который покажет, повышен у вас холестерин, либо нет. Если кардиолог на приеме после консультации успокаивает вас и говорит, что с вашим сердцем все в порядке, тогда на такой визит нужно показываться раз в год. Если вы имеете уже сердечно-сосудистые заболевания, ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь, сердечную недостаточность, сахарный диабет, скорее всего, вы будете приходить на консультацию к кардиологу регулярнее, раз в полгода или раз в 3 месяца. Друзья, я вас очень прошу, уделите своему здоровью внимание. Позаботьтесь о своем здоровье, о своем организме. Прохождение кардиочекапа занимает час времени, один раз в год. Я считаю, что это очень мало для того, чтобы ваше сердце оставалось здоровым. Ведь болезни сердечно-сосудистой системы очень часто протекают бессимптомно, вы можете болеть, но просто не знать об этом. Если у вас остались еще вопросы, обязательно задавайте, пишите их под этим видео, я с удовольствием на них отвечу.